Так. Кто такой? Смотрю, посматриваю. Кое-кто слинял уже, да? А? Ладно. Что ж. Так. Все это мы... Так. Это надо было стереть. Ладно. Придется самому стирать. Так, как я уже говорил, начнем мы рассматривать процессы. С чего начнем? Естественно, с простейших процессов. Какие у нас простейшие процессы? Если в отсутствии поля, то их процессы 2 к 2. Процессы 2 к 2. А самый простейший, это, конечно, просто рассеяние внешних болей. Да? Конечно, естественно, начать с этого процесса. Тем более, что вы его уже проходили. Конечно, и в квантовой механике 2, и в квантовой механике 3, да, процесс рассеяния в внешнем поле, и в нерелятивистском случае, и, я думаю, в релятивистском случае. Так вот, ну, мы его, значит, будем рассматривать с точки зрения правил Фельдмана. И с чего начинаем? Квантовые динамики. Когда начинаем рассматривать процесс, что делаем? Рисуем диаграмму Фельдмана. Да? А потом есть правило полувоенное, значит, и которые отвечают, которые, согласно которым мы сопоставляем диаграмму матричный элемент. Диаграмма вот такая, конечно. Вот у нас есть внешнее поле. Конечно, процессы мы рассматриваем в первом неисчезающем порядке теории возмущений. Да. Здесь это вот диаграмма в этом порядке. Одна, конечно, простенькая. Будем начальный импульс B, конечный B'. И матричный элемент, значит, после выделения 2π, ну вот матричный элемент, согласно этим правилам, да? Значит, матричный элемент, это есть m, fi, это есть, что же у нас в вершине стоит, значит, волновые функции, вот чертой, от p'. Первой волновой функции. В вершине стоит гамма-мю, да? Гамма-мю. И здесь стоит минус ие стоит в вершине. Но мы одно и выделяем, у нас s. Итак, я уже говорил, что такая связь между s, sfi, это есть дельта fi, дельта fi плюс i на mfi, ну еще там на mfi, еще в зависимости от того, если мы рассматриваем процент без внешнего поля, здесь 2π/4 на дельта функцию, выражающую четырехмерный закон сохранения энергии импульса, а если во внешнем поле, то стоит просто дельта функция от энергии. Эпсилон и минус эпсилон f. Вот такая. Я просто вам напоминаю. Значит, это одно и мы выделяем и получаем минус e. Вершина у нас стоит минус, согласно правилам Фельдмана, вершина стоит минус и e гамма. E это заряд, естественно. И выделили
Значит, получилось просто гамма мю на усилитель пошлих на ОП и на А мю. А мю от Q. Q. Как мы уже говорили, такие правила, где Q это вот этот вот импульс. Q. Да? Q импульс. Вот так мы напишем Q. Вот. И будем рассматривать поле сначала такое просто лоновское поле. Да? Когда есть только нулевая компонента, гамма 0, а 0 от Q, а 0 от Q. А что такое а 0 от Q? Это есть, как мы уже говорили, это есть интеграл d куб x e в степени минус и у x. Да? А 0 вот x, а 0 от x для лоновского поля что это такое? Минус z, e, z это заряд ядра. Да? Z заряд ядра. Минус z. E делить на r. Ну, на x помог, x вектор помог. Да? Или r вектор помог. Все равно, да? И вот. И что это такое? Что это такое? Это есть, как вы понимаете, что это такое? Это минус z делить на q вектор в квадрате. Правильно или неправильно? А? Правильно. Как это легко получить? А? Умножить на q квадрат левую и правую часть. В правой части получаем минус z, а в левую часть q вектор в квадрате. Это есть минус лапласьян от этой экспонента, перебрасываем лапласьян сюда, получаем, ага, а вот, вот и правильно, вот и неправильно. Где-то же я набрал. Так, 4π, лапласьян, и не знаю, это есть, что такое? 4π на дельта, да? 4π на дельта. А? А здесь нет никакого 4π. Что это такое? Значит, здесь надо разделить на 4π. Да? Так. Вот так разделить на 4π. Она же в заряде есть на черность 4π. А вот, 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 значит, потенциальная энергия взаимодействия у нас есть e квадрат, z e квадрат, да? Но это e квадрат. Это кирисайковское е квадрат, да? Оно связано с обычным е квадратом. Ну, то есть правильно. 4π. Вот 4π на энергии потом появится. Да. Значит, появляется, то есть здесь умножается на минус z е делить на q вектор в квадрате. Так, вот падающий элемент написали. Дальше берем его. Берем его по модулю в квадрате, и это будет МФИ по модулю в квадрате. И говорим, берем усреднение по поляризациям начальных частиц и суммирование по поляризациям конечных. Ну, я говорил, что это просто, что мы большей частью будем рассматривать сечение для неполяризованных частиц. Вот я напишу здесь сумма и средняя. Суммирование по конечным состояниям, усреднение по начальным. И это есть, как мы говорили, z квадрат e в четвертой делить на q в четвертой. А здесь стоит шпур. Шпур. P со шляпкой плюс M. Я уже, мы уже говорили, что вот такой вот берем, когда квадрат модуля, то значит, возникает U над чертой, матрица плотности для начальных состояний, матрица плотности для конечных состояний. У нас неполяризованные частицы, поэтому значит стоит просто гамма 0. А здесь P со шляпкой плюс M. Вот. На гамма 0, да? Понятно это выражение?
Все. Дальше вычисляем этот шкур. И что же получаем от него? Получаем от него. От него 4, конечно, получаем. А здесь получаем вот что получаем. P вектор в квадрате. Модуль импульса сохраняется, энергия сохраняется, модуль импульса сохраняется. А здесь это единица плюс, плюс единица минус косинус. Наверное, минус косинус. Сейчас сообразим. Косинус. Да? Единица минус косинус тета. Плюс n в квадрате. Плюс 2 n в квадрате. Ладно, все-таки давайте мы проведем вычисление. Понятно, что вот n даст вклад. Четвертое это за счет шкура. Вклад вот этого члена это есть просто n в квадрате. Вот одно n в квадрате. А здесь есть гамма 0. Да. Гамма 0. И здесь есть гамма 0. Это будет эпсилон в квадрате. Это будет p вектор в квадрате плюс m в квадрате. Все правильно. И есть еще члены с, здесь p вектор на гамма вектор. И здесь гамма 0. А здесь p штрих вектор на гамма вектор. Да? На гамма 0. Гамма 0. Здесь перебрасываем гамма 0. Меняется знак. Ну и вот это и выражение получаем, да? Это выражение получаем. Шкух. Нет, и это выражение получаем, а плюс получаем выражение, да? Почему? Потому что шкух гамма-мю-гамма-ню это есть, что такое? Шкух гамма-мю-гамма-ню. Шкух гамма-мю. Гамма ню это есть 4, 6 миллионов. То есть для пространственных компонентов это есть знак минус для пространственных компонентов. А здесь, значит, один знак минус мы заработали, когда перебросили гамма 0, и второй знак минус заработали от шкура. Поэтому здесь будет плюс 85. Да. Да. Вот такое выражение. Получаем. Ну а для сечения, для сигма, что же мы получаем для сечения? Нам нужно для сигма, для сечения получаем, значит, мы говорили, f это mfi по модулю в квадрате, да? Ну, я не знаю. Для неполяризованных частиц, конечно, надо взять сумму по поляризации и усреднению. Усреднение поначальную сумму по конечному. А здесь стоит 2 эпсилон, начальная энергия, да? 2 p вектора. 2 p вектора. Начальный импульс, да? И здесь стоит du p штрих, делить на 2 эпсилон штрих. И на 2 функции, да? И на 2 пи на дельта функцию. От эпсилон минус эпсилон штрих, да? Все. Что теперь делаем с этим? Декуб p штрих пишем как ДУО, как p штрих, dp штрих, p штрих в квадрате, dp штрих, ДО, да? ДО, ну ДО штрих, да? Это элемент известного угла для конечных частиц. Теперь p' dp' пишем как epsilon' dp'. Epsilon' сокращаем, а dε' снимаем дельта функцию. Вот все. А p' по модулю равно p по модулю. Да? Как так? Вот так вот. Вот что получается. И здесь получаем 2 пи в квадрате. Да? 2 пи в квадрате.
Вот. Теперь подставляем. Значит, да, 2 в квадрате. Хорошо. Подставляем теперь вот это выражение. И получаем. Получаем. Равно. Я так напишу. Z. Z, да? Альфа. Да? Делить на 2. Эпсилон. Бета. Бета. В квадрате или не в квадрате? В квадрате. Бета. Бета пока напишу. В квадрате. Да? А здесь напишу, вот что напишу. Синус четвертый тетраполон. Да? А здесь напишу. Здесь что напишу? Единица минус бета в квадрате. Единица. Минус. Да? Что такое? Так. Единица плюс бета в квадрате. Косинус в квадрате. Это пополам. ДО. ДО. Ладно, штрих я пропустил. Это ДО это косинус тета дефи. Да? Штрих я пропустил. Правильно или неправильно? Честно говоря, я не уверен, что я прав. Не уверен, что я прав. Да. Так, ну давайте сообразим. Сообразим. Что я сделал? Я не помню выражение. Мне кажется, что... У нас при тета равно пи сечение равно... А? При тета равно... Пи. Сечение должно зануляться. Правильно, совершенно правильно. Вот оно здесь при тета равно пи занулялось, а здесь оно уже... Единица плюс косинус тета? Единица... При тета равно пи. Косинус был равен минус единица. Так, а здесь стоит единица. А, единица это все. Ага. Да, единица плюс, наверное, так напишем. Минус бета квадрат, да? Косинус квадрат, это пополам. Тогда при это пи это будет косинус, это ерунда будет. И что? Значит, будет синус квадрата, да? Ладно, давайте честно проделаем. Разберемся. Что такое ку квадрат? Вот здесь у нас стоит куф, куф четвертый. Ку квадрат. Это есть ку, это есть ку вектор. Это есть p минус p штрих вектор. И квадрат его это p квадрат плюс p штрих квадрат минус 2 по p штрих. Это есть 2 p вектор в квадрате. Да, единица минус косинус тета, да? Единица минус косинус тета. А это есть не что иное, как синус квадрат 2. Синус квадрат тета пополам. 4. Квадрат тета пополам, да? Так, синус квадрат тета пополам. А что здесь стоит? P вектор в квадрате единица плюс косинус тета. Ну, давайте перейдем к половинному углу. Половинному углу. Единица плюс косинус тета это есть 2 косинус квадрат тета пополам. Косинус квадрат тета пополам. Да? Или 2 на единица минус. Ага. 2 на единица минус синус квадрат тета пополам. Тета пополам. Да? И здесь получается, значит, что это такое? 2p квадрат плюс 2m квадрат. Двойку уносим. Здесь восьмерка. Здесь p квадрат плюс m квадрат. Это есть эпсилон в квадрате. Эпсилон в квадрате выносим. Получаем. Получаем эпсилон в квадрате. Вот, значит, 8 эпсилон в квадрате. А здесь получаем единица минус p в квадрате к. P в квадрате, p вектор в квадрате, к, эпсилон в квадрате.
Тесинус квадрат плюс Битора. Вот так вот. Вот это, я обозначил B, это B, это по определению, это есть B к эпсилон. Скорость. Это скорость, да? И, конечно, вот стоит. Единица минус бета квадрат, синус квадрат бета пополам стоит. Синус четвертый бета пополам знаменатель стоит. Что осталось посчитать? Значит, здесь стоит бета в квадрате, да? Потому что у квадрата это скорость будет в квадрате. Да? Все. Скорость в квадрате, а здесь скорости нет. Все. Это бета в квадрате, это все правильно. Но теперь, что еще? Коэффициентик надо посмотреть. Давайте посмотрим коэффициентик. Здесь стоит 4, это в квадрате, 16, да? Значит, 8 в числителе, 16 в знаменателе. Вот это 8 в числителе, 16 в знаменателе. Еще что стоит? Вот еще стоит двойка вот это, потом двойка вот это. И потом, и 2π в квадрате. Это можно записать как 4π в квадрате, да? 4π в квадрате. Е квадрат, деленное на 4π, это как раз и есть, да. И это как раз и есть альфа. Е квадрат на 4π это альфа. Альфа в квадрате получили. Но вот здесь стоит четверка у меня, да? А здесь 1/2. Здесь 1/4, а здесь 1/2. Где-то я набрал. Либо здесь набрал, либо здесь набрал. Где я набрал? Если вы сообразили. Вот здесь я набрал. Почему я здесь набрал? Вот как, вернее, нигде не набрал. Нигде не набрал. Здесь вот, набрал я вот здесь. Вот где я набрал. Да? Здесь пропустил значок 1/2. Почему я пропустил здесь 1/2? После от усреднения у меня 1/2. Вот она 1/2. И значит, это ответ правильный. Вот ответ. Правильное для сечения. Все замечательно. Да, правильный ответ для сечения. Ну, что мы можем отсюда получить? Получить, конечно, евклидийский предел. И вот тут евклидийский предел B, полагаем, равный нулю. Здесь B равно нулю, а здесь B, полагаем, равный эпсилон, полагаем, массе. Здесь получаем B, полагаем, импульс к массе. Это скорость, евклидийскую скорость, импульс к массе. Значит, скорость. И вот получаем, в нелитивизме мы получаем, что это есть, вот это выражение, это есть F лотовская по модулю в квадрате, где F лотовская, это есть F лотовская. Это амплитуда рассеяния в кулоновском поле нелитивизма, которую вы вычисляли в нелитивизской квантовой механике, которая равна минус Z альфа, деленное на 2 эпсилон В, да? 2 эпсилон В в квадрате и на синус квадрат дельта пополам. Помните, какой амплитуду рассеяния в кулоновском поле? Вот она, мы ее и получаем, конечно. Так, теперь в ультралитивистском случае это стремится к единице. Значит, и как вот правильно сказал Михаил, как вот? Викторович. Михаил Викторович правильно сказал, что Михаил Викторович, а что же такое? Значит, вам отбросили и бросили. Кто хотели теоретиком стать? И потом вдруг убежали, убоявшись бездны премудрости. Нехорошо. Ну ладно.
Ладно, это дело ваше, конечно. Дело ваше. Ну, жаль. Все-таки теории тоже должны заниматься люди. Да. А что такое? Мы уйдем. Некому будет заниматься теорией. Так. Так вот, значит, как правильно Михаил Викторович сказал, назад, будет ответить, рассеяние назад запрещено, да, ведь у нас ноль получается в числителе. Почему? Ну понятно, из-за чего это? Какой? Ну понятно? Как? Ноль редко бывает случайно, да? Какое-то объяснение должно быть у этого нуля. И какое же объяснение у этого нуля? Сохранение спиральности, да? Ультрарелятивистки сохраняется спиральность. А, значит, если мы имеем дело с рассеянием назад, то у нас в этом случае проекция орбитального момента на направление импульса равна нулю, как известно, поэтому на это направление проекция полного момента она совпадает с проекцией спина, значит должна сохраняется проекция спина с одной стороны. Проекция спина на это направление должна сохраняться, а с другой стороны спиральность, это требует сохранения проекции спина на это направление. Требует закон сохранения полного момента, да? А закон сохранения спиральности говорит, что переворачиваться должна проекция. Ну, поэтому, значит, результат выйдет нулевой сечением. Так, ну, что еще? Ну, конечно, полное сечение бесконечное, это обычная булоновская расходимость. Бесконечное полное сечение. Вот такие качественные черты, которые, в общем-то, вы могли и сразу сказать. Ну, а коэффициентик, то есть синус четвертый тета пополам могли сразу написать как обычная булоновская расходимость, в числитель могли бы вот написать, что это должен быть ноль, нулевой при тета равном. Пи, то есть такой вид предсказать, коэффициентик только осталось предсказать было. И, ну, конечно, коэффициентик надо вычислять. Ладно, дальше перейдем. Следующее, что у нас следующее? Какой процесс следующий? Ну, наверное, рассеяние двух заряженных частиц, да? Одной заряженной частицы на другой заряженной частице. Вот, такой вот процесс. Такой процесс. Опа. Такой процесс. Вообще, значит, ну давайте, тогда уже надо импульсы вводить. Значит, P1, P1 штрих, P2. Давайте будем смотреть именно рассеяние. P2 штрих, да? P2 штрих. Именно рассеяние. Но давайте начнем, ну что, какое рассеяние можем смотреть? Рассеяние мы можем смотреть, скажем, электрон на электроне, да? Но рассеяние электрона на электроне все-таки это не такой простой процесс. Почему не такой простой процесс? Потому что для рассеяния электрона на электроне мы должны, кроме этой диаграммы, нарисовать еще одну диаграмму. Да? Какую диаграмму? Обменную диаграмму. Да? Вот эту переставить. И взять ее со знаком минус из-за фирмы статистики. Вот что мы должны сделать. То есть две диаграммы смотреть. То есть, когда вычисляем квадрат матричного элемента, сам матричный элемент не трудно написать, а квадрат уже вычисление квадрата уже требует там вычисления квадрата отдельных членов, потом интерференцию. В общем, это некая все-таки работа есть. Мы можем упростить, рассмотрев
рассеяние электрона на мюоне, да? А что такое мюон? Это то же самое. Есть так называемая Е-мю универсальность. То есть свойства электронного мюона одинаковые. Одинаковые у них взаимодействия. Только масса почему-то разная. Загадка такая, неразрешимая, неразрешенная. Я не могу сказать, что она неразрешимая. Но пока неразрешенная. Вот. Дальше. Ну, тогда можно матричный элемент нетрудно написать, да? А можно еще упростить задачу. Еще упростить задачу. Все здесь не ион, а пимезон. Да? Пимезон. Скалярную частицу. Скалярную частицу взяв. И предположив еще, что эта скалярная частица точечная. Но, правда, мы скалярные частицы не рассматривали, да, не рассматривали. И правила Фейнмана для скалярных частиц мы не выписывали. Но надо сказать, что эти правила Фейнмана мы можем написать просто из каких принципов? Из принципа калибровочной вариантности и принципа соответствия. Да? То есть наша теория должна в пределе, в нейтрино пределе, она должна переходить в обычную нейтрино теорию. Вот попробуем написать, значит, из. Значит, для мюона вершину написать. Вот если есть, вы говорили, что для электрона, если у нас вершина стоит, если здесь мю индекс есть, и если, ну давайте для простоты, не для простоты, а для определенности, пусть у нас начальный пульс P, конечный пульс P штрих. Что стоит в этой вершине? Для электрона вершина не зависит от импульса, да? Для электрона не зависит от импульса. А в вершине стоит просто минус, что за мел такой, минус и е гамма мю, правильно? Для электрона, да? Но правда, если уж писать полностью вот этот матричный элемент, то этот минус, вот это минус и е гамма мю мы должны объяснить, поставить между волновыми функциями, да, спиновыми. У электрона есть спиновые волновые функции, то есть на самом деле у нас стоит минус и е, а здесь пусть чертой от p' за гамма мю на u от p в матричном элементе, да, плюс стоит, если этот матричный элемент рассеян просто. А для пимезона, пимезон скалярная частица. Ну, я говорю пимезон, имею в виду просто скалярную частицу такую, с тем же зарядом, что у электрона. Ну и точечную скалярную частицу. Реальный пимезон он не точечный, да? У него структура есть. Ну, о структуре потом еще поговорим отдельно. Дальше. Вот стоит такое выражение. Теперь для электрона. А что мы для пимезона, что мы должны написать? Ну, конечно, видно, что это вот выражение, это что? Четырехмерный вектор. Это раз. Да? Четырехмерный вектор, и причем он удовлетворяет свойство какому? Q, если Q это вот передача, которая равна P-P, при умножении на P-P этот четырехмерный вектор зануляется, правильно? Потому что P' действует сюда, слева, налево, дает нам массу, а P действует направо, тоже массу. Масса минус масса ноль. Это просто закон сохранения тока, правильно? Закон сохранения тока. Вот теперь мы должны для пимезона написать тоже что-то, но у него нет волновых функций. То есть волновые функции у него единицы, у него нет спиновых волновых функций. Спина-то нет. Поэтому эта вершина может зависеть только от импульсов P и P'. Да? То есть она должна иметь вид минус и E, ну как какой-то А коэффициент на P плюс P коэффициент на P'. Но
Это сохранение тока должен быть только общий коэффициент какой-то на P плюс P штрих. Плюс P штрих. Почему? Ну, потому что должен зануляться при умножении на разность P минус P штрих. Да? Только такой вот вектор и зануляется при умножении на разность. Потому что это будет умножен на разность, будет P квадрат минус P штрих, квадрат каждой на массе P разности 0. Да? То есть для Пивизона, говорим, вершинец должно стоять вот это выражение. А теперь посмотрим, а коэффициент, с каким-то коэффициентом. А какой коэффициент, если у нас Пивизон точечный коэффициент? Какой коэффициент? Ну, мы должны посмотреть, коэффициент можно определить из принципа соответствия. В нелитивизме спин ведь не важен, да? В нелитивизме спин отщепляется. И поэтому, а что означает нелитивизм? Нелитивизм означает, что P и P, в принципе, мы можем, P может быть и, у него может быть большая энергия. Важно то, что у нас P штрих, разница между P и P штрих должна быть маленькая. Q квадрат должно быть, должно стремиться к нулю. Вот что означает нелитивизм. Малый передача импульса. Если малая передача импульса, то есть импульс мало меняется, то мы там в системе, где этот нелитивизм и этот тоже нелитивизм. Поэтому, значит, P, мы должны, стремление к нелитивизму, это означает стремление к P штрих. А мы знаем, что вот курс чертой от P на гамма ню на U от P чему равно? Курс чертой от P на гамма ню на U от P чему равно? А? Ну, кто скажет? Ну, 2p ню, да? 2p ню. Понятно, откуда это? Вообще-то вы должны это знать, но это нетрудно и сообразить. Вот что такое? Это на самом деле шпур, да? Шпур. Как это можно написать? Это можно написать как шпур, гамма ню, на у на у чертой. А у на у чертой, как мы знаем, это есть P за шляпой плюс M, да? Да? На единицу плюс гамма 5 А со шляпой, да? Попала, правильно? Вот что такое. Да? Ну ясно, что гамма 5 вклада не даст. Потому что он 4 гамма матрицы разные содержит. И остается только вот это. Ну и что там, теперь m, скажем, плата не даст. И вот этот шпур, конечно, будет так, 2 по ню. Да? Ну, по-разному можно. Можно в системе нулевой компоненты вычислить. В общем, это по-разному можно сделать. Есть такое соотношение, тривиальное соотношение, которое полезно бы вам и помнить. Да. Ну вот. И отсюда видим, что для Пивизона вместо вот этого гамма-ню вершины должно стоять, ну, с тем условием, что волновые функции для Пивизона мы считаем просто единица, нет никаких спинных волновых функций, должно стоять просто минус Е на P плюс P штрих, ню. Вот в вершине что стоит для Пивизона. Да? Все, тогда матричный элемент, который мы получим для вот этого процесса, здесь P1 штрих, P1, а здесь стоит, что стоит? Мы должны что написать? Значит, стоит здесь гамма ню, а здесь стоит P плюс P штрих, ню. Да? Это я написал вершину в этой вершине, это в этой, P2 плюс P2 штрих, P2 плюс P2 штрих, ну, в нижней вершине, ну, конечно, еще Е квадрат напишем, да, Е квадрат, в этой вершине заряд, в этой вершине заряд, минус И в квадрате даст это минус, да, но еще есть пропагатор фотона, да, пропагатор фотона.
Какой видимый пропаганда фотона? Мы писали. Вообще пропаганда фотона зависит от калибровки, да? Но матричный элемент не должен зависеть от калибровки. Зависимость от калибровки, то есть в пропагаторе фотона есть член с жалюзи, да? И есть члены, которые содержат либо камень, либо камень в общем случае, да? То есть жалюзи – это индекс этой и этой вершины. Ну понятно, что и умножаем, когда Q на эту вершину. Вместо роль H у нас играет здесь Q. Q передача импульса. Импульс фотона. Передает здесь Q. Импульс, передача импульса. При умножении на Q верхняя вершина забавляется и нижняя забавляется. Поэтому смены... ясно, что выражение приблочного варианта. И мы можем пользоваться фейнманской, простейшая калибровка – это фейнманская. Вот в этой фейнманской калибровке мы и написали. Правда, там стоит минус и жалюз, поэтому растения на одинаковых зарядах. Вот такое выражение для матричного элемента. В случае растения надпись иной частицы. Точечно. А, делить на Q в квадрате, конечно. Единицу делить на Q в квадрате. Вот такое выражение. Да. Вот такое выражение. Так. Ну и, значит, такое выражение. Дальше мы можем вычислять квадрат матричного элемента. Но прежде чем вычислять, я еще хочу сказать вот что. А как же, а что будет, если мы... Как учесть то, что структура есть, какая-то структура у эмизона, что это не точечная частица. Не точечная частица. Но то, что структура есть, не отменяет факт этого факта, что спин равен нулю. Да? А это вот выражение мы получили, вот такое выражение. Из-за того, что спин равен нулю, вот все. Выражение, здесь может быть только какая-то скалярная функция, которая описывает структуру. Эта скалярная функция называется форм-фактором. Точно так же, как здесь, вот вы помните, для рассеяния на ядре. Вот мы писали матричный элемент. Где мы писали матричный элемент? Ага, стер я его матричный элемент. Но вообще говоря, если у нас рассеяние не на кулоновском поле, мы предполагали, что вот есть точечное ядро. И у него было А0 от Q, мы считали А0 от Q, да? Это есть минус ZB делить на Q вектор в квадрате. Да? Вот такое было А0 от Q мы брали. А если рассеяние происходит не на ядре, а скажем на атоме, да? То что мы должны сделать? Здесь написать некую, опять же, функцию от Q в квадрат, функцию от Q в квадрат, которая описывает распределение заряда. Здесь мы должны написать умножить на F от Q в квадрат. Да? И что такое F от Q в квадрат? Это F от Q в квадрате, F от Q в квадрате, он фактор. Это есть интеграл D. R, G в степени и QR, и здесь на N от R, где N – это распределение заряда, ну или Rho от R, распределение заряда. Да? Распределение заряда, но при этом при Q равно нулю – это есть полный заряд, если у нас мы вот полный заряд Z, ну, я не знаю. Это уже может быть Z тогда уже не надо сюда писать, да? Просто вот такое выражение. Если, ну это зависит от того, как мы N нормируем. Если интеграл от N есть полный заряд, то тогда здесь этого заряда не надо писать. Вот что такое фактор. Тот фактор, который описывает распределение заряда в рассеивательном центре, в рассеивающем центре. И здесь тоже для эмизона, вообще, в общем случае, мы же в общем случае.
Правильное выражение мы получим. Я же здесь напишу FP от Q квадрата. Для Q квадрата уже электрический. Ну, понятно, что квадрат матричный элемент должен быть электрическим вариантом. И это вот функция должна быть от четырехмерного квадрата. Четырехмерного квадрата. В мире идеализме, когда мы Q0, что такое Q0? Это разность энергии, да? Разность энергии. А в мире идеализме разность энергии, она мала по сравнению с разностью импульсов. Здесь в мире идеализме четырехмерный Q квадрат стремится к минус трехмерному Q квадрату. И мы переходим к тому, что много. Вот к этому случаю, к такому же случаю обычной квантовой механики. Да. Вот это общее выражение. Общее выражение для растения на частице со спином 0, обладающей структурой. И смысл вот этого фактора, ну вот в системе, может так сказать, что это функция при малых в пространстве на подобной области описывает распределение заряда. Что говорят правильно, только в неэктизме, ну, это уже некие тонкости, может быть, не очень важная. Вот. Мы получили такой матричный элемент. Дальше квадрат его легко вычислить. Опять же, что нам нужно вычислить? Ну, шпур там вот такого выражения, то есть если гамма-ню на гамма-ню, это шпур вычислить, это, в общем, дело совершенно техническое, и сейчас учить вас вычислять шпуры не имеет никакого смысла. Сейчас вы можете в машину загнать, и машина вам сразу шпуры выдаст, с какой угодно. Поэтому мы выпишем сразу ответ для сечения. Выпишем для сечения ответ. Но, сами понимаете, я его не помню, этот ответ. Ну, где-то так, что-то помню. Но лучше, чтобы не наврать, все-таки я вам выпишу этот ответ, да? Вынесу в системе центра инерции. Вынесу. Конечно, я должен сказать вам, да вы сами, наверное, понимаете, что вот вообще-то сечение – это есть юридический вариант, но когда мы… это есть юридический вариант, полное сечение электрический вариант, конечно, но о полном сечении говорить для случая кулоновского взаимодействия не имеет смысла, потому что полное сечение бесконечно. Мы должны рассматривать дифференциальное сечение. Ну вот для РОФ формально это электрический вариант. Я уже писал это там 2π, 4 это функция четырехмерная, потом произведение ДКП. Для каждой частицы на 2π в кубе и на 2x. Это тоже электрический вариант и объем, да, в электрическом пространстве. Но мы переходим потом, хотим распределение по углам, скажем, в какой-то системе. Но ясно, что угол вылета, он, это не есть электрический вариант. И поэтому при переходе к углам ясно, что электрическая инвариантность теряется, и мы должны фиксировать систему какую-то. Ну вот, если мы фиксируем систему центра инерции, то тогда у нас сечение, рассматриваем сечение в системе центра инерции, и пи, мезона и электрона, то сечение выглядит вот таким образом, d сигма. Равно 2 альфа в квадрате на 8s. А здесь на 8s, ладно. Здесь эпсилон в квадрате
эпсилон π. Ясно, что в системе центра инерции импульс π мезона начального и импульс электрона начального, они совпадают, по модулю совпадают, они противоположно направлены и равны по модулю. Но энергии разные, потому что в энергии входит масса. Значит, поэтому я пишу эпсилон π в квадрате на m в квадрате плюс s минус m в квадрате на p в квадрате. P это любое, хоть что электрона, что мезона, и что в начальном состоянии, что в конечном, потому что они совпадают, но с одинаковым начальным и конечным состоянием. Здесь стоит косинус квадрат бета, деленное на t в квадрате. Да, и на fp, fp в квадрате вот t и do. Достигнем по do, я напишу. Достигнем по do, по do. Здесь, повторяю, do – это элемент телесного угла в системе центра инерции. Вот. А что такое S и T? S. Е квадрат и квадрат, конечно. Е квадрат и квадрат. Что такое S и T? S это есть P1 плюс P2 в квадрате. Это стандартное обозначение, которое вводится для кинематических инвариантов. S это суммарно. Ну, это S, это, будем говорить, энергетический инвариант. В системе центра инерции это есть просто суммарный квадрат суммарной энергии. В системе центра инерции нулевая компонента равна нулю, это четырехмерный квадрат. Нулевая компонента равна нулю, это значит сумма просто суммы энергии в квадрате. Вот что такое S. Мы будем говорить, это энергетический инвариант. А T, T это передача импульса. Это есть равно P, ну конечно P1 плюс P2 в квадрате, и это равно P1 штрих плюс P2 штрих, P2 штрих в квадрате, да? А T это передача импульса, это есть P1 минус P1 штрих в квадрате, и равно, конечно, P2 минус P2 штрих в квадрате. Надо уж, если уж я ввел эти инварианты, то давайте введем уже и третий инвариант. Третий инвариант. У. Это тоже передача импульса, но это передача импульса от начального электрона к конечному. А переменная У это есть У. Это есть передача импульса от электрона P1 минус P2 штрих в квадрате. От электрона P2 штрих в квадрате равно P2 минус P1 в квадрате. Переменные S и U – так называемые мандельштамовские переменные. Они удобны для эллиптического варианта описания. Для эллиптического варианта описания, да? При этом они удобны, часто используются. Хотя они часто используются в таком вот виде, как СТУ. Хотя они, вообще-то говоря, зависимы. Понятно, что всего у нас есть только две независимых величины энергии в системе центра инерции. Или и модуль импульса в системе центра инерции, каждой из частиц, и угол рассеяния. А здесь три величины, они, значит, связаны между собой. И связь между ними вот такая. S плюс T плюс U. Хотите верьте, хотите проверьте. Это есть, вообще говоря, сумма M. Ну ладно. Сумма ИТ в квадрате плюс сумма МФТ в квадрате. Сумма квадратов масс начальных частиц и конечных. Сумма квадратов масс. Сумма квадратов масс. В данном случае это есть сумма 2
две массы электронов в квадрате плюс две массы, массы неона в квадрате. А вот здесь вот я написал, а что такое я не сказал. Так, так М это есть масса электрона. Масса электрона, да? М это есть масса электрона. Да? Правильно? Да. Вот я да, смотрю и ладно, давайте проверим, что должно у нас, во что должно это выражение переходить при, во что должно это выражение переходить при массе иона, стремящейся к бесконечности. А что это выражение должно переходить? Это, я же такую массу пиона, стремление к бесконечности. Это становится у нас просто ядром. Ядром неподвижным, да? Ну, Q квадрат, при этом Q квадрат не меняется. S стремится к бесконечности. S стремится к бесконечности. Здесь стоит. Здесь S стремится к бесконечности. Пардон. Так. Пардон. Вы еще в другую сторону перейдите. Там нас и другая шпагинка. Система сохранена. Да. Так, что-то мне это не нравится. Значит, что-то мне это не нравится. Что-то мне это не нравится. Да, по-видимому, у меня здесь ляп в этой самой бумажке в лекциях. И какие же есть варианты? Либо мы честно считаем, либо на прием. Ну, наверное, придется честно считать. Не нравится мне это выражение. И сильно не нравится. Так, давайте посчитаем. Может быть, это и лучше посчитать и вылезти через инварианты. Ладно, давайте попробуем посчитать и вылезти через инварианты. Вот у нас выражение. Значит, где же у нас это выражение? Вот оно, выражение для матричного элемента. Давайте запишем квадрат этого матричного элемента. Тогда здесь будет, опуская FP опуская FP в квадрате, здесь будет V плюс гамма ню. А здесь будет гамма ню. Гамма ню. Да. И умножить нам надо на... Здесь будет V1, V1 штрих. И надо умножить P2 плюс P2 штрих. P2 штрих ню.
P2 плюс P2 штрих. Не ум, да? Шпор, во-первых, надо вычислить. Шпор, полезно его вычислить, этот шпор. В общем-то, его нетрудно вычислить. И, значит, его, давайте, значит, его запишем вот в каком виде. Понятно, что это есть, понятно, что это есть поперечный тензор. То есть при умножении на Q он зануляется. При умножении как на Q, так и на Q он зануляется. Да? Это поперечный или калибровочный вариантный токовый тензор. Значит, какой же он тогда должен иметь вид? Вид он должен иметь вот такой. На самом деле у нас есть два мы можем калибровочных вариантов тензора построить. Один – это вот аналог вот этого. То есть это здесь должен быть такой. P1 плюс P1 штрих μ. А P1 плюс P1 штрих μ с каким-то коэффициентом. Да? И плюс А. А плюс b с каким-то коэффициентом такой вектор. Это один. Понятно, что при умножении на p1 минус p1 штрих μ или p1 минус p1 штрих μ он зануляется. А еще какой построен? Для скаляров только один он такой. А для частицы от минус 1 вторая мы можем еще написать здесь такой же. G μ на q квадрат. Так напишу. На q квадрат минус q мю, q мю. Где q это есть, где у нас было вектор? Q это есть p1 штрих минус p1. Да? Q равно p1 штрих минус p1. Да? Вот. 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 Такое выражение должно быть. Значит, это я вам полезно это понимать, что вот должно быть два таких тензора. Ну а теперь как определить коэффициенты? Как определить коэффициенты А и Б? Как вы думаете? Ну давайте положим, как проще сделать, это есть проще сделать. Положим Q равно нулю, да? Q равно нулю. То есть P1 равно P1 штрих. P1 равно P1 штрих. Тогда что должно быть? Что здесь мы получим? P1, если P1 равно P штрих, P1 штрих, здесь, вот, давайте перетащим вот этот P, будет перетаскивать вот этот P1 со шляпой сюда, сюда. При перетаскивании у нас будет возникнуть член 2, у нас а как мы перетаскиваем? Пользуемся антикоррупционными соотношениями. Антикоррупционное соотношение гамма ню плюс гамма ню равно 2 же ню. Получим 2 p1 ню от антикоммутатора, и потом p1 со шляпой с обратным знаком сюда перетащим. Ну, а вот m когда можем перетащить без изменения знака. А P1 в квадрате равно m в квадрате, поэтому вот член зануляется. Поэтому ответ получим 2P1 ню. И вот надо взять шпор, уже вот это выражение. И он еще, и он, этот шпор будет 4 P1 штрих ню. А P1 штрих равно P1, да? То есть 4, то есть здесь коэффициент двойка. Двойка от этого шпора. Двойка от этого шпура. Согласны? А? Смотрите. Смотрите. Вы отвечаете. Так. Вот двойка от этого шпура. Да. А теперь посмотрим на Ж-меню. На Ж-меню. Коэффициент при Ж-меню. Как получается коэффициент при Ж-меню? Ну, понятно. И в пределе, когда у нас в ультралитивистском пределе P штрих большой. Тогда массу выбросим, и здесь получим ясно, что будет коэффициент при Ж-меню. Ну, это есть минус Ж-меню. Вот шкур берем, получаем минус 4
П' штрих на ЖМЮ. О, ЖМЮ. П' штрих минус 4, да? Минус 4. А здесь стоит что? Минус 4, а Q квадрат, это есть минус 2 П' штрих, да? Минус 2 П' штрих. Значит, всего получаем 2. О, согласны? Ну, я думаю, надо согласиться. Да. Вот такое выражение получаем для шпура. Теперь надо умножать на P2 плюс P2 штрих. Да? На P2 плюс P2 штрих. По ню и ню. По ню и ню. Ну, и что же тогда? Понятно, что вот этот член мы можем выбросить, потому что он замыляется при умножении на P2 плюс P2 штрих. И дальше, что же мы получаем? Получаем P1 плюс P2 плюс P2 штрих на P1 плюс P1 штрих. Получаем от этого выражения, получаем как, что же я сделаю? Вот это я, наверное, выброшу. Вот это я, наверное, выброшу. И получается, значит, умножаем P2 плюс P2 штрих на P1 плюс P1 штрих. Получаем, значит, P1, P2, это есть S минус M квадрат минус μ квадрат. μ – это масса электрона, μ – это масса неона. P2 штрих, пополам. Двойка. S это есть P1 плюс P2 в квадрате. Разводим P1 плюс P2 в квадрате. Масса сокращается. Вот что получаем. Значит, S плюс M квадрат. Да, это P2 штрих на P1 штрих. Эту двойку убивает. Дальше остается еще P2 на P1 штрих. P2 на P1 штрих. Это что такое? P2 на P1 штрих. Это есть плюс U со знаком минус, да? Минус U плюс M квадрат плюс U квадрат. P2 на P1 штрих, да? Это вот есть U у нас. U это есть P1 минус P2 штрих в квадрате. Вот это пополам, опять же. Но их таких членов опять будет 2 у нас. У нас возникнет член P2 на P1. P2 штрих на P1 и P1 штрих на P2. Они равны, конечно, да? Они P1 штрих на P2. Они равны, да? И это есть U, это есть P1 минус P2 штрих в квадрате. Значит, минус P1 минус P1 минус P2 штрих в квадрате. Масса сокращается. И эти получается правильное выражение. Двойка опять сокращается. И что у нас получается? M квадрат сокращается. Вот замечательное выражение. S минус U получается в квадрате. Это даже хорошо, что в таком виде. Ищем S минус U в квадрате. Это вот этого члена. И плюс 2. Ага, 2 S минус U в квадрате. S минус U в квадрате. Ну, потому что мы этот член и этот то же самое дает, конечно. 2 на S минус U в квадрате. И плюс 2. Теперь T. Вот это вот у квадрата это t у нас, передача импульса, да? А здесь стоит p2 плюс p2 штрих в квадрате. А что такое p2 плюс p2 штрих в квадрате? Это есть 4m квадрат, 4 μ в квадрате. μ в квадрате минус t. Правильно? Вот такое рельтинский вариант выражения. Да? Вот. От этого шпура, да, m штрих в квадрате, вот что
Замечательное выражение получаем. Ладно. Это стираем. Вместо него записываем. Делить на 2 t в квадрате. А здесь получаем двойку сокращаем. Да? Двойку сокращаем, получаем z в квадрате. Сокращаем, конечно. Я скинусь в квадрате. Плюс 2t на 4 квадрат минус t. О! Такое выражение. Ладно. Ладно. Да, будет. А, здесь двойка лишняя. Все. Начнем вот в квадрате. Это вот такое выражение. Теперь, что касается сечения. Это мы в квадрате. Что нам нужно? Нам нужно написать вот это вот ДВФ делить на 4 и переписать в системе центра инерции. Давайте в общем случае это. В системе центра инерции. Как это переписывается в системе центра инерции? Значит, это будет. Ну, вы помните, что ДРФ это у нас включало 2D4 дельта функция четырехмерная от ПИ минус ПФ и D-куб P1 штрих делить на 2π в кубе и D-куб P2 штрих на 2π в кубе, значит, да? Значит, получается единица на 2π в квадрате, 2π в квадрате. Единица, значит, я здесь напишу. Все пишу. Единица на 2π в квадрате. А теперь, вот, значит, D-куб P1 делить на 2π1, D-куб P2 P1 на 2Y. В системе центра инерции будем говорить, тогда это ж, ладно, будем просто вычислять, что это такое будет. Это есть один интеграл, трехмерную дельта функцию снимем, скажем, интегрируем по D-куб P2 штрих, а здесь когда останется дельта функция от энергии. Дельта функция от энергии. Что это такое? Дельта функция, я напишу, от эпсилон и, это полная энергия начального состояния, минус корень минус эпсилон 1 штрих, минус эпсилон 2 штрих. Да? И дельта P1 штрих. Но надо понимать, что эпсилон 2 штрих это есть. Это не есть независимая переменная теперь, да? Не есть независимая переменная. Ну, давайте напишем так. Здесь еще стоит 2 эпсилон 1 штрих, 2 эпсилон 2 штрих, а здесь стоит ДО, элемент интересного угла. И здесь, ладно, напишем P1 штрих в квадрате DP1 штрих, да? DP1 штрих. Все, теперь, как это будет дельта функцию интегрировать, мы должны разделить на производную от аргумента дельта функции по P1 штрих. Что это будет за производная? Это будет производная от эпсилона 1 штрих. Это будет P1 штрих. Делить на эпсилон 1 штрих, правильно, потому что что такое эпсилон? Это есть корень квадратный с p квадратным плюс n квадрат. Производная по p, это будет p делить на эпсилон, да? Плюс, что, ну, поскольку мы в системе центра инерции, плюс p2 штрих, плюс p2 штрих, ну, опять же, p1 штрих на эпсилон 2 штрих, да? P1 штрих, то есть у нас получается P1 штрих общее, P1 штрих по модулю общее, да? А здесь стоит единица на эпсилон 1 штрих плюс единица на эпсилон 2 штрих. Учитывая эти эпсилон 1 штрих и эпсилон 2 штрих, получается, получаем
эпсилоничных плюс эпсилоничных, это все равно, что он, что корень из S. Корень из S в системе центра инерции. Да? Уже говорим о системе центра инерции. Вот такой ответ. Теперь P1 штрих здесь вылетает одно. P1 штрих помогает. Вот такое общее выражение для для вот этого множителя в системе центра инерции. Да? Для этого множителя в системе центра инерции. Так. Теперь, и, я уже говорил, что это такое, и это корень квадратный, то есть P1, P2 в квадрате, минус M1 в квадрате, M2 в квадрате, да? Здесь стоит 4 на 4, 16. Корни из S. Вот так. Все. Ну, можно это написать в системе центра инерции, конечно. Ну ладно, не буду заниматься. Ладно. Вот такое выражение. Теперь. И мы должны умножить на квадрат матричного момента вот это. Ну, если мы говорим в системе центра инерции, то как записывается этот квадрат матричного элемента? Ну, конечно, этот квадрат, именно этот квадрат матричного элемента должен зануляться при расширении назад, да? При расширении назад. Именно квадрат матричного элемента должен зануляться. Как это видно? При расширении назад он должен зануляться. Что у нас мы имеем при расширении назад? Значит, при расширении назад, да, какие же... Давайте так. Это есть S. Расширение назад и когда M масса электрона равна нулю. Масса электрона равна нулю. Что мы тогда имеем? T. Ну ладно, t у нас равно p минус p штрих. Так, если мы имеем дело с расширением назад, то тогда у нас импульс электрона, импульс конечного электрона у нас в системе центра инерции всегда равен импульсу начального электрона, да? Значит, значит, t равно минус 4 p в квадрате, минус 4 p в квадрате, минус 4 p в квадрате, t равно минус 4 p в квадрате, s равно, s равно, чему-то равно s, это есть p, S это есть P эпсилон энергия электрона плюс энергия пиона в системе центра инерции. Все в квадрате. Ну, какое-то, конечно, поганое выражение. Ну ладно, напишем. Эпсилон плюс эпсилон плюс эпсилон, эпсилон 1 плюс эпсилон 2 в квадрате, ладно, S. А чему равно U? Как лучше сделать? Чему написать U?
Как же написать функцию? Как же написать ум? Есть у, это ладно, мы пишем ум. Это есть p минус. Можно лучше написать. Ну ладно, напишем у равно, внимательно, электрон равно нулю, у равно, и используем соотношение s плюс t плюс u равно 2 мю в квадрате, у равно минус s минус t минус 2 мю в квадрате, да, у равно, тогда здесь будет s минус u, это плюс у меня, да? Плюс 2 мю в квадрате. Да, плюс 2 мю в квадрате, да. S минус u, это будет 2s плюс t минус 2 мю в квадрате. Плюс t минус 2 мю в квадрате. И все это надо взять в квадрат. Да. И все это надо взять в квадрат. Тогда что же мы получаем? Значит, t квадрат сократится, 4 мю квадрат t сократится, и получится просто... И получится, это есть просто s на s, 2s, 4s квадрат плюс 4s на t минус 2 мю квадрат. S, 4s на s плюс t минус 2 мю квадрат. Удивительно, ряда. S плюс t минус 2 мю квадрат. S это есть... А это есть... Но этого не может быть. S на U. Где-то мы набрали опять. Ой, да что же такое-то? Да что же это такое творится? Так, снова. Значит, это ответ. Вроде бы не подлежит сомнению. Да? Вроде бы не подлежит сомнению. Где? Да. На самом деле, да. Не подлежит сомнению. Это так, да? Значит, где же мы набрали? Ну, так, теперь здесь u, вот это выражение, s плюс t плюс u равно 2 мю квадрат. Ну, при массе электрона равно нулю, да? При массе электрона равно нулю. S плюс t плюс u равно 2 мю квадрат, это правильно. Мы подставляем, получаем минус s. 2s плюс t минус 2 мю квадрат. Все правильно. Получаем возводим в квадрат, 4s квадрат, 4s плюс t квадрат сокращается. А, неправильно. Вот это еще неправильно. Плюс, вы пропустили член здесь, да? Здесь t квадрат сократился. Вот смотрите, квадрат этого члена 4s квадрат. Перекрестный член этого сыграл. 4s на t минус 2 мю квадрат. Записали. 4s на t минус 2 мю квадрат. Теперь квадрат этого члена. В нем t квадрат сократился. 4 мю квадрат сократилось, да? И плюс, но плюс 4 мю квадрат осталось. 4 мю в четвертой осталось. Вот это выражение получается при массе электрона равной нулю. Вот такое выражение. Да? При массе электрона равный нулю. Ну и давайте, значит, посмотрим предел. Масса электрона равна нулю, и мю теперь стремится к бесконечности. Мю стремится к бесконечности. Что тогда получается? Мю стремится к бесконечности. Тогда мю стремится к бесконечности. Можем делать? Конечно, можем сделать. Значит, что же мы получаем? Здесь все правильно. Мю можем стремиться к бесконечности. S минус 2 мю квадрат. Тогда S, чему будет равно у нас S? Это есть
Да. Давайте стремимся. Значит, S у нас принес стремящимся к бесконечности. Тогда S, у нас есть эпсилон 1 плюс эпсилон 2 в квадрате. Эпсилон 2 это будет масса просто. S будет просто квадрат массы. Квадрат массы, да, правильно, квадрат массы, но это сложно, конечно, надо удерживать. Не так легко брать предел, потому что этот член, естественно, сократится здесь со старшим членом, надо удерживать следующий член, да? Ну, что делать? Давайте проводить это дело. Значит, так, что у нас происходит? Вот давайте посмотрим S при мю стремящемся к бесконечности. Значит, эпсилон 2 у нас, это есть мю, эпсилон 2, это есть мю, плюс там корень квадратный, что такое эпсилон 2? Это корень квадратный, мю квадратный, ну плюс импульс квадрат. Да даже на самом деле мы можем посмотреть это в системе покоя, проще всего смотреть в системе покоя ядра, тогда S это есть мю, это есть просто мю, плюс эпсилон 1, да, в квадрате. Плюс эпсилон 1 в квадрате. Когда возводим мю, то есть это есть мю в квадрате, плюс 2 мю эпсилон 1. Я думаю, что этого достаточно? Нет, недостаточно. А надо еще удерживать. Плюс эпсилон 1 в квадрате. Плюс эпсилон 1 в квадрате. Вот что это такое. Теперь S. А T равно T равно T равно минус 4 P в квадрате. P в квадрате. Или опять же будем 4 P в квадрате, где P это импульс электрона на синус квадрат это пополам. Это пополам. Да? P, да. 4p в квадрате на синус квадрат. Здесь мы квадрат. Сокращается с этим. Да, этот член может быть и не нужен, на мой синус квадрат. Смотрим. Что у нас получается здесь? 4s. Четверку 4, это общая четверка, да? Пишем здесь мю квадрат плюс 2 мю эпсилон 1 да. Плюс эпсилон 1 в квадрате в описании, а здесь пишем то же самое, мю в квадрате плюс минус мю в квадрате минус мю в квадрате минус мю в квадрате, потому что здесь было удвоено мю в квадрате, минус мю в квадрате плюс 2 мю эпсилон 1 плюс эпсилон в квадрате плюс эпсилон 1 в квадрате и минус плюс эпсилон 1 в квадрате минус 4 p в квадрате на да, минус 4 в квадрате, да, минус квадрат это пополам. Ужасное выражение, ужасное. И что же мы видим? Значит, что же мы видим? У нас мю квадрат на мю квадрат сокращается ли мю в четвертой, да? Сокращается. Дальше остается здесь вот члены первого порядка. По мю, это есть вот мю квадрат, ага, квадратичные члены по мю сократились, да? Теперь кубичные члены по мю, это, они идут от произведения этого на этот и этого на этот, они тоже сокращаются. И остаются только квадратичные члены по мю и более слабые. Значит, учитываем только квадратичные члены по мю. Только квадратичные члены по мю. Почему квадратичные?
Ну давайте квадратичные члены вами выпишем. Что мы получим здесь? От квадратичных по членам. Четвертую мы получим. Дальше мы получим. Значит, это на это даст 4 ю квадрат эпсилон 1 квадрат. 4 ю квадрат эпсилон 1 квадрат. Это на это, да? Дальше, значит, квадратично еще вот это на вот эти все, и этот на эти, да? Получаем плюс мю квадрат. Ладно, мю квадрат вынесем пока. 4 вынесем, мю квадрат вынесем. А дальше получаем мю квадрат эпсилон 1 в квадрате плюс мю квадрат эпсилон 1 в квадрате, да? С четвёркой. Дальше получаем плюс эпсилон 1 в квадрате. Это минус эпсилон 1 в квадрате. Это от произведения вот этого на это. Все. И теперь от произведения вот этого на эти получаем плюс эпсилон 1 в квадрате. И минус 4p в квадрате. Плюс эпсилон 1 в квадрате. Сокращается. И минус 4 по квадрате, 4 по квадрате, по квадрате, плюс квадрат это пополам. О! Фу! Вот в пределе, когда мюс стремится к бесконечности, все это, вся эта ерунда сводится к 4 мю в квадрате. Умножить 4 эпсилон 1 в квадрате, минус 4 по квадрате, квадрат это пополам. Да? И это есть как раз то выражение, которое мы имеем. Вот оно. Единица, я привык, вынесем 4 эпсилон 1 в квадрате, это будет единица, минус b в квадрате, минус квадрат это пополам. Ну, ужасная картина. Конечно, это переходит в рассеяние на ядре. Остальные коэффициенты можете посмотреть, посчитать. В общем, это, да, мне неохота этим сейчас заниматься. Итак, угробили тьму времени. На что? На какую-то ерунду. Да? Кто виноват? Я виноват. Надо было, чуть дней надо было подготовиться. Ну ладно. Все-таки мы убедились, что ответ-то правильный. Вот это ответ для суммы МФИ по модулю в квадрате, он написан в таких инвариантах, это правильное выражение. А дальше это инварианты, эти инварианты можно писать, ну, в любой системе координат можно писать эти инварианты. Но вот оказалось, что перейти к пределу не так просто. Стремящимся к бесконечности. Предел этот не так прост. Из-за чего? Из-за того, что вот здесь есть большие сокращения. Да? Большие сокращения. Хотя большие сокращения, да. Да. Но, наверное, я неправильно делал. Взял это S, записал вот это S минус U как-то. Проще было, надо было делать. Понятно, что мы сокращаются члены. Здесь есть члены мю в четвертой. Вот они у нас появились. А надо было как-то написать так, чтобы сразу их сократить. Вот здесь их сократить, эти члены надо. Вот здесь их сократить. Понимаете? А я по-дурацки расписал это. Да, они должны вот здесь сокращаться. Потому что t это у нас конечная величина. 4 мю квадрат у нас живьем стоит. Это 4 мю квадрат. То, что нужно. Это 4 мю квадрат. Да. Ну, у нас стоит. Это то, что нужно. А дальше вот S минус U. Надо было сразу написать S минус U в каком-то таком приличном виде. S минус U. Вот оно. Ну вот оно стоит. 2S плюс T минус
двойной квадрат. Ну что тут говорить? Ясно, конечно, что надо было этого переписывать, да? Как его надо было переписывать? Ну вообще, да, бить надо таких. Вот у нас стоит S минус U. Конечно, это правильно, S плюс T минус 1 в квадрате. Не надо было делать вот квадрату этого члена. Вот здесь я здесь сокращение явно видно, да? Вот почему вы мне не подсказали, что здесь есть сокращение? Видно, что при больших S, что такое S? Это есть же μ плюс ε в квадрате, да? Правильно? μ плюс ε в квадрате. S – это μ плюс ε в квадрате. Энергетический ряд. Значит, мы находимся в системе покоя на первой частице, вернее, второй частице с массой μ. Тогда это есть μ плюс ε. Ε – это энергия начальника, нагнетающего электрона. И здесь есть два S. Это есть тогда μ. Значит, это есть 2 умножить μ плюс ε в квадрате. Ню квадрат сокращается с этим ню квадратом, и получается, что это есть 4 ню эпсилон, да? 4 ню эпсилон плюс эпсилон в квадрате, плюс 4 эпсилон в квадрате, плюс 2 эпсилон в квадрате, пардон, плюс 2 эпсилон в квадрате, и плюс t. Это было. Вот я вот задел квадрат, взял перекрестный член, это член, 4 квадрат, 2 квадрат сократилось. Вот все, это S минус U. Вот чему равно S минус U. 2 μ эпсилон плюс T плюс 2 эпсилон в квадрате. Ну и что же? Да выпросим мы сразу эпсилон 1. Все члены по сравнению с этим. И значит, S минус U в квадрате, это просто заменится, просто сразу заменится на 4 μ квадрат, 4 μ квадрат на ε1 в квадрате, вот что такое с минус у в квадрате. А я вместо этого совершенно по-дурацки начал вычислять. Ну и все, 4 μ квадрат, с плюс у, а, не 4, а 16, квадрат вот этого выражения, квадрат вот этого выражения, 16 μ в квадрате, ε в квадрате, да? А здесь 4 μ квадрат dt. t это есть минус 4 π квадрат синус квадрат t пополам. И сразу минус π квадрат синус квадрат t пополам. Вот что это такое. Сразу, без всяких дурацких сокращений. То есть как это получается? Нормальные герои всегда идут в обход, да? Я себе создал трудности, а потом с успехом их преодолевал. Вот, а ответ сразу пишется. Да. И, конечно, этот ответ после того, как эпсилон 1 вырисим, это есть просто точный ответ. Для лучшего рассеяния на млечном поле. Ну хорошо, что еще я хотел бы здесь по поводу этого процесса рассмотреть. Вот мы получили ΕФ по модулю в квадрате. Вот оно, ΕФ по модулю в квадрате. Вот в ретчевском вариантном виде. В ретчевском вариантном виде, да? S минус U, T, ну, и точный ответ. Да? Точный ответ такой. Вот. А теперь я хочу воспользоваться простеньким вариантом. Я хочу воспользоваться тем, что я могу теперь. Значит, вот я рассматривал процесс электрон-пионного рассеяния, да? Электрон-пионного рассеяния. А теперь я хочу заменить электрон в конечном состоянии, да? На позитрон в начальном состоянии. И здесь пи-мезон в начальном состоянии заменить на, ну, пи-мезон, на антипи-мезон в конечном состоянии. То есть, что это такое? Что это у меня будет за процесс? Я рассмотрел ЕПИ и рассеяние. ЕПИ, ЕПИ. Ну, а я могу рассматривать, я говорю,
Это электрон, я перетащу сюда, как античастицу. А этот мезон перетащу сюда, как опять же античастицу. И получу процесс, я хочу продемонстрировать пример применения кроссинга. И получу процесс Е плюс, Е минус, Е плюс переходит в Е пи плюс, пи минус, пи минус, пи плюс. Вот такой процесс получил. Да? Исечение квадрата матричного элемента. Как я получил квадрат матричного элемента для этого просто? Как получил? Что я должен сделать? Ну, я должен просто в этих инвариантах, я должен просто заменить, сделать замену. Тогда давайте я введу, пусть импульсы у меня будут у этой частицы P минус, у этой частицы P плюс. P минус это импульс электрона, P плюс импульс позитрона. И переходят, пускай они в K минус плюс K плюс. Да? Ну, я мог бы и оставлять ПП-штрих, но давайте лучше я так сделаю, чтобы было понятно, кому такие обозначения веду, чтобы было понятно, какие импульсы, какой частице принадлежат. Ну, можно К, можно У написать, я не знаю, как угодно. Понятно, что П нельзя использовать, потому что уже в изначальном состоянии использовали. Так вот, квадрат этого, квадрат матричного элемента будет даваться вот этим выражением, да? Но только S будет, чему равно будет S? Мы перешли с канала в канал. Раньше вот S, это был вот этот инвариант, энергетический, да? Но теперь он стал не энергетическим инвариантом, он стал, вот это, вот что такое было S. P1 плюс P2, да? А P2, мы изменили знак P2. P1 стал у нас P минусом, да? P минусом, а P2 чем стало? Минус P2. Мы его туда перетащили, античастицу. Знак изменили. И, то есть P2 стал у нас минус K плюс O. То есть тогда S равно P минус минус K плюс. Это передача импульса теперь. Ну или равно P плюс минус K минус квадрате. S стала передача импульса. S стала передача импульса. А U чем стала? Ну, U осталась передача импульса, потому что U. Что такое? P1 и P2 штрих. Мы, что такое? P1 мы не меняли, никуда не перетаскивали. Это как, ну, теперь его просто обозначили P минус, да? И P2 штрих никуда не перетаскивали. Только, а? Но U не поменялось. U не поменялось, да. Ну не поменялось, но только U равно P минус, минус K минус в квадрате, да? Ну или равно P плюс минус K плюс в квадрате. U не поменялось, а T поменялось. T стало, оно было у нас раньше передача импульса, а стало энергетическим инвариантом. Т это у нас будет тогда Т это будет P минус плюс P плюс в квадрате К минус плюс К плюс в квадрате. Да? Вот. Вот и все. То же самое выражение, но только вот S, U и T для вот. Если мы хотим рассмотреть процесс вот этот, аннигиляция, плюс и минус, аннигиляция, и плюс и минус. Ну, мы должны вот так вот сделать такую замену. Используем то же самое выражение, но смысл вот этих S, U и T, он изменился. Значит, это стало энергетическим элементом. Ну, понятно, что вот T, это теперь, это U квадрат, это вот суммарная энергия начальных электронов. Ну, то есть мы же, значит, так теперь у нас диаграмма выглядит таким образом. P минус, а здесь стоит минус P плюс, а здесь, ну, U можно обозначить так, можно так, неважно. У нас по квадрату это входило, поэтому можно так
и туда направить их. Это суммарная энергия идет. Q0 это суммарная энергия. Это суммарный импульс. Суммарный импульс Q. А здесь рождается P-минус. P-минус? Ну, вернее, значит, это у нас был, мы считали, что пион тот же, того же знака, что и электрон. Значит, это значит у нас К минус, а это значит К минус, а это минус К плюс. Вот так вот. Рождается пион и антипион. Вот так выглядит диаграмма. Итак, а квадрат маточный элемент получается заменой вот такой вот. Да? По правде говоря, какой? Это еще не вся правда. Вот если мы сделаем такую замену, да? То что же мы увидим? Какой у нас самый главный член здесь? Вот, Т-квадрат. Мы можем энергию стремить к бесконечности, а угол какой-то фиксированный взять. Тогда вот этот член главный, а входит он с отрицательным знаком. Почему так? А потому что, значит, вот кроме вот такой замены, надо еще менять знак на каждую частицу со спином 1, 2, которую мы перевели изначально в состояние в конечное. Откуда это берется? Ну вот откуда это берется? Значит, если мы внимательно посмотрим на то, как у нас проводилась замена, там у нас U менялся на, ну там U менялось на V, да, U переходило в V, но оно переходило с неким комплексным коэффициентом на самом деле. И поэтому знак, происхождение знака можно так понять. Если у нас U на U с чертой, сумма по поляризации, да, это есть V плюс M, да? Плюс M. P плюс M. То B на V с чертой. На V с чертой. Сумма по поляризации. Это есть что такое? Это есть V со шляпой. Минус M, да? То есть при изменении знака импульса у нас U на U с чертой переходит не V на V с чертой, а минус V на V с чертой. Вот это знак. Это вот дополнительный знак, который возникает у нас. Должен учитываться при переходе из канала в канал. Да, надо сказать, что в университетском рифтовом приходе где-то есть опечатка есть при таком переходе. Я вас забыл в каком месте. Ну, вы сами. Ну, это тривиально, конечно. Это просто опечатка. Ну, надо иметь в виду, не забывать вот эту минус единицу, которая должна учитываться при переходе в кросс-канал. Да? И вот, значит, нам нужно эту минус единицу после учета минус единицы, мы должны написать минус, ну ладно, написать так, плюс, минус 4, плюс t и минус, вот здесь, да? Да. Так вот написали. Теперь эти, давайте посмотрим опять вот эту величину в системе центра инерции. Мы считаем для простоты массу. Вас пока не будет? Ну ладно, давайте посмотрим величину, значит, в системе центра инерции. Считая массу электрона равна нулю, да? Ну, S у нас, да. Считая массу электрона равна нулю. Ну, что такое T? T равно просто 4 эпсилон в квадрате, да? T равно 4 эпсилон в квадрате. У нас теперь начальные энергии равны конечным энергиям, и энергия... Потому что изначально
И начальные энергии обоих частиц равны, и в начале, и в конце, потому что частицы имеют одинаковую массу. Поэтому t просто равно 4 эпсилон в квадрате, а 4 эпсилон в квадрате, и поэтому здесь, 4 эпсилон в квадрате, а чему же равно p? S минус u. Что это можно сделать? S минус u. Ну ладно, не надо, ничего я не буду делать, просто напишу. Что такое S? Как я ее напишу? P минус в квадрате равно нулю, K плюс в квадрате это есть S, это есть удвоенное произведение этого на этого, да? Да? Это есть 2, минус 2, минус 2. Удвоенное произведение это вектор на этот вектор. У этого вектора есть, если мы обозначим массы этого импульса, мы пренебрегаем, массы этого импульса мы не пренебрегаем, поэтому это будет минус 2 эпсилона, да? А здесь стоит эпсилон минус p минус, я так напишу, эпсилон, вот так напишу. Минус 2 эпсилон квадрат на единице минус бета на косинус тета. Косинус тета. Вот так. Бета это скорость пи-мезона. Скорость пи-мезона. Отношение, то есть импульса к энергии. Энергию я вынес. Значит, бета осталось. S вот это чем этому равно. А у равно чему? У равно чему? Ну, чем отличается S и U? Только углом вылета. Поэтому U это есть минус 2 эпсилон квадрат на единица плюс бета на 80 бета, да? Мы видим массу. А? Да, вторая масса. Какая вторая масса? Ну, в смысле, у пи-мезона. У пи-мезона. Точно. Совершенно точно. Ладно. Если пренебрегаем, если не пренебрегаем, тогда надо писать здесь бета единица. Поэтому надо, значит, плюс, ну это не важно, плюс мю в квадрате, да? И здесь плюс мю в квадрате. Поскольку у нас S минус U входит, то это не важно, да? Они сокращаются, эти массы. Эти массы сокращаются и получаем S минус U. Получаем. Что получаем? S минус U. 4 эпсилон в квадрате бета на косинус тета с минус у. Да? Это есть 4 эпсилон в квадрат бета на косинус тета. И тета это угол вылета. Да? 4 эпсилон в квадрат бета на косинус тета. Ну, а здесь я говорил уже, что это есть просто 4 эпсилон в квадрате. 4 эпсилон в квадрате. Ну и что же мы получаем тогда? Каков же результат? А результат таков, что мы получаем что в квадратных скобках получаем 4 эпсилон квадрат. Да даже и мы вынесем 4 эпсилон в квадрате, эпсилон в четвертой вынесем. Да? И 16 эпсилон в четвертой. А здесь будет входить 10. 4 эпсилон квадрат плюс 4 м квадрат. Это есть как раз 4 эпсилон квадрат на бета квадрат. Бета квадрат тоже выносится, да? На бета квадрат тоже выносится, да? Эпсилон в четвертый бета в квадрат. А здесь стоит единица минус косинус квадрат тета, да? Вот такой получается квадрат маточного элемента для и плюс минус аннигиляции, где бета это скорость конечных пи-мезонов, а тета это угол вылета их. Да? Вот такое выражение получается замечательное. Так, ну на самом деле это выражение вы могли бы с точностью до коэффициента предсказать. Да? Немножко подумав. Почему вы могли бы предсказать? Это вот
силовое распределение, оно, значит, должно пропорционально синус квадрат. Это что это такое? Синус квадрат это. Это угол вылета, да? Синус квадрат тета. Что такое синус квадрат тета? А? Как его? Это y1,1 по модулю в квадрате. Или y1 минус 1 по модулю в квадрате. Правильно? Что это означает? Что частица рождается в состоянии с состоянием L равным единице. И проекция LZ, если Z выберем вдоль направления начальных электронов, да, вдоль начального пучка, проекция плюс-минус единица, да, в таких состояниях рождаются пемизоны, да. А почему это так? Ну, понятно, что так. Понятно, что так. Почему? Потому что, значит, вот же у нас, как они рождаются? Фотон, у него момент единица, да? А проекция у этого фотона на направление пучка какая? Плюс-минус единица только на направление пучка проекции. Почему плюс-минус единица? Почему проекции ноль не бывает? Потому что аннигилирует электрон, закон сохранения спиральности, мы же массу электрона положили равную нулю, закон сохранения спиральности, что нам говорит? Аннигилирует электрон и позитрон только противоположных спиральности. Вот так выглядит закон сохранения спиральности для процесса аннигиляции. Аннигилирует электрон и позитрон только противоположных спиральностей. А поскольку они движутся навстречу друг другу, это означает, что проекция спина на направлении движения это есть плюс-минус единица. Да? А проекция спина на направлении движения совпадает проекции полного момента на этом направлении, да? Значит, полный момент единица, потому что идет через фотон, да? А проекция полного момента на направлении пучка это плюс-минус единица. Значит, волновая функция y1 или y1-1. Квадрат волновой функции по модулю это есть синус квадрат тета. Вот это синус квадрат тета, оно и есть угловое распределение. Это значит, вы сообразили, да? А вот это почему так? Это вы из квантовой механики знаете. Да? Но поскольку они рождаются в состоянии с моментом орбитальным L, да? То амплитуда рождения пропорциональна скорости или импульсу в степени L, да? А квадрат амплитуды, вот, ну у нас L равно единице, значит амплитуда пропорциональна бета, а квадрат амплитуды пропорциональна бета в квадрате. Как мы получили, да? Ну ладно, что ли? Я, по правде говоря, устал. Да и вы что-то уже засыпаете. А? Некоторые уже так заснули и только не храпят. Или нет, не заснули. Пардон. Я дико извиняюсь. Ладно. Все. До свидания.